Всем привет, ребят! Опять мы, короче, выехали на дальние кордоны. Вот с Женей сегодня рыбачим. Погода резко изменилась. У нас неделю было пасмурно. Дождь, было холодно. На рыбалке я был вчера, к сожалению, не снимал. В этом же акватории поймали мы, ну, несколько хороших судаков. Но сам факт, что погода вчера была просто очень холодная. Был дождь, ветер. Очень было некомфортно ловить. Я был в куртке. Ну, а сегодня вот буквально одна ночь, погода резко изменилась, жарища, зной, ветра нету. И поэтому, скажем, очень резкое изменение погоды. И поэтому не знаю, как сегодня будет рыба клевать, но я думаю, что все равно что-то поймать нам удастся. Так что, ну, сейчас вот встали на первую точку, там вон вдалеке какие-то крутые пацаны, наверное, вам не видно будет, на каком-то крутом катере, типа Нитро или что-то такое. Может быть, даже спортсмены ловят судака тоже. Но в этом году, так как семестры, отпуска у многих, люди никуда не поехали, то очень много людей на воде. И вот в нашем акватории, где я обычно рыбачу, ловить вообще невозможно. Там просто проходной двор, как на трассе, там столько лодок. То бишь там вообще без вариантов. Поэтому приходится выезжать на дальние кордоны. Но опять же, это в принципе нам только в плюс, потому что изучать новые акватории и как бы ловить рыбу где-то в новых местах всегда приятней. Все, сейчас собираем с Настей. Вон Женя уже собирает, я еще не приступил. И смотрим по точкам, что сегодня будет. Сегодня у меня тут, короче, резина есть, которую я буду испытывать от наших братьев. Братьев по разуму, да, из Поднебесной. Короче, заказал я эту резину в феврале, поэтому здесь вот очень много мелкой резины, потому что я в феврале, ну, я рассчитывал на весеннюю рыбалку, весной, как правило, ну, рыба, ну, предпочитает более мелкие приманки очень часто, и поэтому резина вот мелкая, но заказывал в феврале, 2 месяца прождал, ничего не прислали. Я думал, посылка потерялась на пути, но я, в общем, вернули мне деньги за это. И вот спустя 5 месяцев сегодня пришла мне вот такая вот посылка. Ну, мелкая резина, уже думаю, она не особо актуальна будет сейчас. Но я все равно ее, наверное, попробую. Но все равно та вот резина, какой я хотел, достаточно интересные натуральные цвета, они у меня. И получилась она мне в итоге бесплатно. Ну, 5 месяцев ожидания. Женя что-то там заколбасил. Тянет. О! Подожди. Ну, уже поднимай. Так, чё ж то? Хороший. Колбасёночка. Да, отличный судак. Видишь, на что? У нас, кстати, Женя сегодня взял сачок. Надо его это расправить. Более цивилизованный сачок, нежели наш огрызок. А, мелкий, это мелкий, да? Жень. Да, можно сачком не брать. Эту мелкий. Схватил на китайский гамблер. Так, глаз аккуратненько. Почти в глаз попал, но ему повезло. Смотри, на пальце висит. Да. Так он этот прижал так пастью, палец и не отпускается. Офсетники, видишь, ошибок не прощают. То бишь офсетник на самом деле отличный крючок. Он, видишь, как пробивает. Смотри. Просто. Так дело в том, что офсетник, блин, гораздо лучше двойника на самом-то деле. Но единственное, что если рыба придавит, то офсетника можно не пробить, а потому что, ну, по понятной причине. А вот именно если рыба берет, заглатывает приманку, то офсетник офигенно работает. Получше, блин, двойников там в разы. Тем более офсетник вот с таким немножко задранным носиком. Он сразу при поклевке уходит вверх. Поэтому вот эти офсетники просто... Ну, как Арктика. Ошибок не прощают. А, такая. Приманка та же. Маленькую резинку. На вот этот, типа, как он? На совсем? На тиогу.
Ну не Тиога, а это этот, Swing Impact. Причем Swing Impact, по-моему, это Fat, блядь, просто такой, типа миниатюрный. Вот такой, вообще там, 5 сантиметров или 7 сантиметров. 7, наверное, да. Как поджахнуло так, не по-детски. Да небольшой, по-моему, Жень, что-то. А, не, ну это нормальный. Это бери с очком, сейчас уйдет. Сейчас, говорю, уйдет. Не, ну он такой. Так вот смотри, видишь? Слетел с этого. А такой, а, звонит. Макс звонит, Макс. Алло. Что-то крупного судака, блин, сегодня не особо наблюдается. У него и челюсть, а. Просто даже у мелкого судака челюсть такая, что, блядь, офигеть. Смотри, за палец кусает меня. Ну так хорошо клюнул, он тоже мелкий это, походу. Мелкий. Веселенько клюнул. Да, что-то судачок не кошерный. Нифига себе, что это прыгнуло так? Это колбасня такая нормальная. Главное, что там глубоко, как хер нашел. Что оно там делает? Подай, по-моему, подходишь. Посмотри. Ну, хороший, такой нормальный судачок. Сейчас я гляну. Размер, чтобы быть точно уверенным, что мы не берем противозаконного. Да, блин, засел он, конечно, так, что тут, наверное, надо плоскогубцы, блин. Я говорю, иногда, блин, сходит, а иногда так садится, что есть. Он же мне что-то жахнул. Нормально, сачок, нет? Не, есть. Тоже сел, глупо сел. Мелкий. Мелкий. Головой. Мелкий. Ну такой, да, небольшой. Ну-ка, я сейчас своего. А, сачок, ну-ка. Видишь, меньше грудь поставил. Сачок. Блин, а он мне сейчас палец откусит нахрен. Посмотри, какая крутизна. Усики я ему замутил. А не, 40. Смотри. 44 сантиметра. Не подходит. Ну, ничего страшного. Короче, мы рыбы, ребята, гораздо больше отпускаем, нежели берем. Берем 2-3, отпускаем 23. Да, обычно такая рыбалка есть. Смотри, смотри, как он башкой трясет. Рекордная селедка. Да, это рекордная. Их таких надо на селедку под шубой. На селедку под шубой пускать. Судак что-то вообще, да? Как прохладненько, так крупняк клюет. Ну, покрупнее. Как, блин, жара, так начинает мелочь, блин, как сумасшедшая клевать вообще. И за приманку, нижний, как он так зацепился? Так у меня же нижний. А, ты имеешь в виду шнур? Шнур за. Короче. А, такой. Сальто. А кто-то такого судака берет мешками. Если бы я брал, блин, такого судака, мне бы его через неделю даже складировать было бы некуда. Да и вообще, зачем столько рыбы? Ну, хорошего судака, скажем так, не грех взять там на еду туда-сюда, ну это понятное дело. Там, ну, возьмешь ты там за рыбалку, за нормальную там, ну, бывает 5 штук хороших, там 3. Ну, это нормально, но такую мелочь брать вообще не вижу смысла. Тем более, эта мелочь там через год-два будет гораздо крупнее. А тут пока я тут кофе, короче, пью из резиновой кружки. И судак заодно ловится. Небольшой, правда? Шикардос. А, так смотри, вообще за прям за кожицу на губе его взял. Дима, это все спиннинг с лососем строим. Да. Аккуратненько. Вот. Отлично. Не поврежденный, ничего. Резиновая кружечка, кофе. А,
чисто это, рыбачишь на расслабоне, да? Просто время провождения. Блять, мелкий судак, пиздец, блять. Может, это били? Я себе думаю... О, зари. Ну, просто котлета, но это на коптилку. Мариафрайский окунь? Да. Офигеть, да? Ребята, смотрите, блин, рыба. Офигеть. Это окунь, он, Женя говорит, поклевка за поклевкой в толще воды. Короче, ребята, решили мы тут окуня половить. Тут столько окуня, да, показывает просто сплошняком. А? Такие хорошие. Чё? Да. Так, пока оставим. Половим окуня. Окунь просто, короче, сплошняком. Просто сплошняком. Вот такая, там, не знаю, тысячная армада. Поставил самую мелкую резинку. Имел, и там 14 груз. Окунь просто с ума сходит. По 3, по 4 поклевки на проводке. Офигеть. Есть? Смотри, какие. Сейчас коптилку. Коптилку, короче, получится. Да, вообще, окунь просто сумасшедший. Мы подплыли. Чё такое, короче, бьет? Какая-то рыба непонятная. Там, ну. Потом смотрим, а это просто куча окуня. А? Я понял, куда я... Слушай, а что ты мне? Я ежи... А, ну вон кидай в это. Ну, просто ты... даже не надо ждать, пока упадет на дно. Просто, ну так, подергиваешь. Хорошие такие окуня. Ну, не судак, но... Смотри-ка, вон здесь живет. Да. Ну-ка, возьми-ка эту рыбку. О, есть. Ух ты, нифига себе. Блин, это походу конкретная кушара. Ух ты. Ты видел таких окуней? Это вообще оттас просто. Короче, окуня просто, ребята. Ну, как этот... Короче, окунь просто как это, знаете, вот, просто тучи вот есть. Ну там туча его, там просто кидаешь, у тебя приманку просто разрывает. Да, надо кренковую всек. О, бери, бери, бери. Надо кренковый это спиннинг себе собрать на маленькие кренки. Да вон пакет кидай. Ой. Короче, окунь просто с ума сходит. Снимай видео, а это... Поклевка за поклевкой. А, мимо. Это все окунь. Вот это все крупный окунь. Смотрите, его тут просто такая стая. Ты кидаешь, у тебя по 10 поклевок за проводку. Мы уже наловили там сумку целую. Вот рекордные окуни, ребят. Просто рекордные сегодня. Ну-ка, подожди-ка. Такой вот. В общем, окунь покрутился и свалил. Мы его подождали. Сейчас вот идем за чайками. И вот нашли опять. Он просто сдвинулся, котел. Сегодня, короче, ребята, блин, окуневый день. Сейчас покажу, сколько мы поймали окуня. За, ну не знаю, за 10 минут, там 15 рыбалки на том месте. Вот такие вот. Ну, это чисто на коптилку. Окунь очень вкусный на коптилке. Я обычно его не беру,
Но когда его ловится много и хорошо, то он отлично потом заходит на коптилку. Мы сейчас подъехали на другую точку, и тут тоже окунь. Вот это кабан! Это кабан. Короче, ребята, сегодня... Да, окуневый день. Что-то судак. Судак, блин, не алё. Да что такое, а? Вот такие вот окуня ловятся. Сейчас будем косить окуня, наверное. Он чаек сколько, котел тут. Давай. Возьми-ка. Слушай, это судак, что ли, или щука? Это щук, жаба. Да, это щук Адрита. Видать, подсветилось, знаешь, под тусовочку. Да-да, ну... О-о-о! Такая... Это запущенный. Да-да, хорошо, что она свалила сама. Нормальный? Тут, я тебе говорю, вообще с ума сходит. Короче, сегодня... Может, это судак? На окуня. Ты еще сильно не форсируй. Оп. Это судак, да? Ну так а что, здесь нормально, а здесь бровка такая, гряда неплохая. О-ху-ху-ху-ху. Да нет, прям с котла достал. Такие окуня ловятся нормальные, ребята. Просто окуневая эльдорадо, давай, коси. Не, веселая рыбалка, базара нет. Он как сумасшедший, просто кидаешь в котел. Просто в котел кидаешь, и просто ее такое предчувствие, как будто они как пираньи там налетают просто по 10 штук на приманку. Моя, да. Уже это такой зачетный окунь, похода. Я хочу свой рекорд поймать. О, а за бороду. Не, ну хороший окунь, нормальный. Но тут, короче, окунь просто с ума сходит вообще, куда ни кидай. Клюет, блин, по 5 поклевок на проводке. Кидай, да. Сейчас буду ловить, смотри. Окуня на это, на да, мешок окуня уже наловили, да. Вообще, я тебе говорю, просто атас. Зари, какие кабаны. Просто, да, в прямом эфире будем ловить. Еще один, еще раз. Типа дубль 2. Сел? Я тебе такой видос скину, короче. Я у себя был. Я на работе, но на подкасте что-то слушаю. Ага. Дубль 2. Ох, какой кабан, смотри. Я заснимаю. Сам отцепляю. Время нет отцеплять. Скажи, какие. Надоело нам этих окуней отцеплять. Вот он. Вообще жесть. Просто. Короче, даже при банке упасть не дает. Нормальный. Как нормальный? Нормальный. Какой фильтр на окуне? Здесь уж можно реально пощупать. Да нормально, ты что? Маленький это такой размером 10 сантиметров, который с приманку. А это самый ништяк. Так, Женя, блин. Возможно, что при суде окуней мы как бы освобождаем, да, базу под судака. Да-да-да. Сейчас я покажу тебе, как освобождать базу под судака. Внимание! Дубль 3. Так. Погнали. А, уже сидит. Не надо, короче, это уже сидит, то бишь не надо ничего делать. Я тебе говорю, это просто кишки, это пиранья, кишит просто, зари. Какие-то.
Конечно. Смотри, какие окуня. Ну, грамм по 300. Да, по 300. Ну, по полкило там были. Кабан! Кабан засел. О, ну не это. Смотри, какой. Кабанчик. Смотри, что там творится, ты видел? Вообще офигеть. Кидай прямо туда. Давай, нифига себе, ребята. Увидишь, что там творится в воде? Смотрите. Обалдеть легче. Смотри, смотри, просто вода кипит. Вода просто кипит от окуня. Офигеть. Есть! Сразу. Да. Да там ты что, ты видел, что там творится? Ты смотри, там офигеть. А, я понял, что у тебя. Ребята, просто смотрите. Что-то происходит в воде. Там кого-то убивают. Кого-то едят, убивают. Я сначала думал, это жерех, блин. Ты посмотри, что там происходит. Там вообще, там, я говорю, там кого-то едят живьем, причем прямо сейчас. Да, да он тут везде, блин, кругом просто. Да, его тут, наверное, тысячи просто. Его тут тонны, это окуня. Такого крупного. Прямо вот так ведешь приманку. О! Сел, прикинь. Приманку веду. Я сейчас буду в сейчас буду вести в толще воды. Так, потихонечку. В толще воды. Я тебе говорю, там кого-то жрут, вон, смотри. Смотри, что происходит. Офигеть легче. Прямо так, в толще воды сейчас потихонечку. Нифига себе, какая стая окуня, смотри, идет. Я ее через поляризационные очки вижу. Смотри, смотри, офигеть, просто прикинь, прям за это идет стая, прям за этим, как его, прям за джигом. Неужели поймал, Жень? Неужели поймал? Ну-ка, вытаскивай, оба, это бомба. Смотри, да, сам это. Да, да. Бомба, короче. Такие окуни, ребята. Вот это рыбалка, да? Что, Женя, ну-ка, ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, потому что надо нормальную приманку. Ты большую поставил? 4. Нет, я принципиально ловлю сегодня окуня на одну приманку. Да смотри, какой окунь. Офигеть, да? Короче, тут столько окуня, его тут, походу, никто вообще не ловит. И вот мы сюда 3 дня или 4, ну как, 3-4 раза я сюда ездил. И все время в одном и том же месте котлы. Котел, котел, котел. Ну я так посмотрел, думаю, а, ладно. А сегодня что-то по судаку было плохо. И мы решили выступить по окуню. Ну все, ребят, рыбалка на сегодня закончилась. Время уже 10 вечера, закат. Короче, мы сегодня искали-искали судака, но судака было немного. И крупного судака не было. Но зато по окуню сегодня была какая-то вообще апокалипсис. Окунь такое творил, что мы наловили там в итоге мешок. Окуня килограмм там, не знаю, 8, наверное. Короче, вот так вот. Ну, рыбалка классная была. Ну все, будем ездить, выезжать, искать рыбу дальше. Всем пока!